Всем привет! Меня зовут Лена. Мне 9 лет. Я живу в Москве. Закончила 3 класс, поступаю в 4. Мои любимые предметы – это математика, физкультура и английский. Я занимаюсь конным спортом и плаванием. Занимала призовые места. Мое хобби – это баскетбол и настольный теннис. Я очень люблю все подвижные игры. Хочу участвовать в разных кастингах и рекламе. У меня было фотопозирование, и я закончила курс в модельной школе «Роскидс». Я очень люблю животных, поэтому хочу стать ветеринаром, чтобы вылечивать животных от разных болезней. Отвели ребенка в сад. Мама рада, папа рад. Не мешает им никто делать это, делать то. Можно спать до 10, на прогулку не идти, нож забыть на видном месте, выпить кофе, граммов 200. Можно что-то посмотреть, кроме Маши и медведь. На базар сходить за сыром и убрать всю-всю квартиру. Час прошел, и два, и три. Что-то тягостно внутри. Ну-ка, папа, быстро в сад, возвращай дитя назад. И опять дрожит весь дом. Завтра снова поведем.